Охрана на приеме была серьезная. Соваться в это волчье логово было довольно рискованно. Как-либо иначе похитить доктора Эмерал было абсолютно невозможно. Бет Уайлдер, вы быстро доверились ей? У нас были общие цели. И это все? Нам хватило. Ну, а я уж начал думать, так и просижу весь вечер без приятной компании. Давай ты помолчишь, пока я отключаю камеру и приступим к делу. Ладно. Может быть, освободишь меня? Не дергайся. И еще возьми наушник. Признателен. А то. Как там обстановка? Думают, что ты надежно заперт. Все разговоры только о приеме. Пока твой безумный план работает. А доктор Эмерал? Понятия не имею. Она либо на приеме, либо у себя в кабинете в центре научных разработок тут на острове. Поищу ее среди гостей. Ты, значит, будешь шампанское глушить, а я в охраняемое здание ломиться? Хороший план, нечего сказать. Захвачу тебе пару бутеров. А, ну тогда другое дело. К утру меня раскроют, но пока не раскрыли. Так что через парадный вход ты со мной не пойдешь. Все равно кратчайший путь в центр разработок здесь. Я отключила сигнализацию на черном входе, но там будет охрана. Выйди на связь, как будешь внутри. И да, Джек, ты знаешь, что поставлено на карту. Забудь о месте. Я тут не ради Пола. Как оклемается, будет больно. Мои способности росли, а управлять ими было все проще. Приятно было. Какой урод придумал эти двери? Так, надо побыстрее.
Я на месте. Что дальше? Скоро увидишь радарную вышку. Дай знать, как будешь внутри. Хорошо. А предупредить нельзя было, Бет? Ладно, как мне попасть к радарной вышке? Надо как-то туда перебраться. Как же туда попасть? Взлетай. Попробуем еще раз. Так. Только я не знаю, как мы это будем людям объяснять. Не теряйте голову! Осторожно! Он здесь! Наконец-то. Время здесь шло наперекосяк. Здание монарха было построено над старыми укреплениями времен Второй мировой, а я удивлялся, зачем они выбрали этот остров. Остров был связан с материком системой туннелей. Для секретного научного центра в самый раз. Пушка словно была не привязана ко времени. Возле старой пушки время разболталось. Его можно было двигать. Нашли, куда из пушки целиться. В другой раз надо быстрее. Будут очищаться. И если меня накроют, пока мы похищаем доктора Эмерал... Ты застынешь. Да, знаю. Риск есть. У спецагентов Монарха есть защитное снаряжение. Слышал, что Сайрин в кабинете Эмерал наверняка тоже есть. Да, говорят, у него... Если увижу, есть. Захвачу тебя. Ну или потому, что у обоих есть способности, скажем так. То ли там что-то личное. А этот Сайрин, он вообще кто? Я думал, Хэтч тут главный. Это Джойс, парень из доков.
систему безопасности и открыла ворота перед вышкой. Дай знать, как будешь там. Спасибо, Бет. Мне нужно на радарную вышку. Чудесно, еще одна. Так, берем курс на радарную вышку. Вот, блин. Бет, я у радарной вышки. Где лаборатория? У тебя под ногами. Совершенно секретная. Спустишься вниз на лифте. Ого, как в логове злодея из комиксов? Не то слово. Главное, не свалить в бассейн с акулами. Черт. Добрый вечер. Я знаю, вы не ожидали увидеть такого красавца. Передают речь. Занят, пусть у монарха будет достойная аудитория. Под контроль, чтобы мы могли двинуться дальше. В этом вся суть праздника. В будущем. Эй, Бет. Я направляюсь в лабораторию. Так. На приеме легкое замешательство. На сцене заместитель Сайрина, хотя ждали его самого. Ага. Увлекся, поди, пока меня грузил и не рассчитал время. Кабинет доктора Эмерал. Похоже, он этажом. Принесите хрилы. Этот прибор лишил меня сил. Мы его называем хроногаситель.
Мне надо в кабинет доктора Эмерал. Когда Пол пришел ко мне в камеру, он говорил, что время – это замкнутая петля. Считал, что разлом нельзя исправить. Но увидев размеры этого здания, я подумал, если наступал конец времени, к чему все это было? Судя по графику, все крупные технические успехи монарха начались после 2010-го. Примерно тогда, когда произошло кое-что еще. Эпицентр. Похоже, придется искать другой путь. Ну, чем-то же можно его пронять. Итак, надо найти слабое место. Надо бить. Нам не везет сегодня. И где тут кабинет Эмерал? Huh?
Вряд ли сотрудники часто здесь ходят. Кабинет доктора Эмера уже рядом. Тревогу не бьют. Значит, о том, что я натворил по пути сюда, никто не знает. Молодчина. Кабинет доктора Эмера. Похоже, это то, что нужно Бет. А, черт! Доктор Эмерал на приеме. Зависание скоро закончится. Надо выбираться и идти на прием. Эмерал пыталась предупредить Пола. Конец времени быстро приближался. Оставалось меньше суток. Мистер Сайрин думал, что в запасе еще несколько лет. Прислуждался. Он, между прочим, очень дорогой был. Да что вы. Я знал, что Бет скоро раскроют. Надо было встретиться с ней на приеме, пока не стало слишком поздно. Оружие, рассчитанное на зависание. Пол знал, что главное. Время кончается, а пушки остаются. Хорошо. Среди рабочего дня. Гараж. Через него я смогу выбраться.
мне нужно было всего лишь миновать гараж. Проще некуда. Выбираться во время тревоги будет куда сложнее. А выбираться надо. Вот дерьмо! Ладно. Вот это другое дело. Бет, я добыл тебе снарягу, но доктор Эмерилл еще веселится. Да, я ее вижу. Составишь мне компанию? Да, не забудь про бутерброды. Я иду к вам. Говорят, в Хэтче стрелял кто-то из своих. Нам это на руку, но тебя ищет Сайрин. Помни наш договор. Я отвлеку его, но ты переключись на чистоту монарха, чтобы он тебе... Бет, у меня гости. Увидимся на приеме. Отлично. Быстро!
вроде с этими закончил. Мне нужны точные координаты Джойса как можно скорее. Директор движется на перехват. Это ополчение. Связь. Он только что вошел в туннель за пределами территории. Ха. Опять. Я видел особняк, в котором шел прием. Нужно было туда проникнуть. Там был еще один хроногаситель. Я видел поле вокруг него. Нужно было его отключить, иначе он бы лишил меня сил. Внутри этой сферы мои способности не работают. Надо быть начеку. Сколько тут охраны. Надо бы отключить гаситель. Итак, вы шли на прием. Каков был план? Найти Эмерал надо было до того, как зависание закончится, и монарховцы сообразят, где я.
должно быть где-то здесь. Нужно найти ее, пока зависание не кончилось. Предатель открыл стрельбу во время речи мистера Хэтча. Полагаю, это была Бет Уайлдер. Не она это была, сами знаете. Хэтч хотел развалить монарх. Как лучше всего избежать подозрений? Выставить себя жертвой. Что за... Тихо, 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 Бет! Джек! Все нормально. Это я. Боже. Ты только погляди. Никто здесь понятия не имеет, какой шорох я навел в хозяйстве Пола. Да, но в монархе знают. Боюсь, меня скоро раскроют. Да, что ж, на следующем этапе это уже не важно. Итак, доктор Эмерилл где-то в особняке. Пойдем за ней. Если повезет, заберем ее до того, как нас кто-нибудь заметит. Хорошо, веди. Что будем делать, когда ее найдем? Тут рядом на пристани стоит яхта. Понял, годится. Вот черт! Беспилотник! Не в том месте и не в то время. Буквально. Джек, там доктор Эмерилл. Нужно забрать ее, пока зависание не кончилось. Мешкать нельзя. Идем за доктором. Джек, давай тащи ее, пока время стоит, не то беспилотник изрешетит. Давайте-ка, доктор. Что? О, нет! Какой ужас! Это не сон! Ты... Ты Джек Джойс! Ты пришел меня убить? Нет, но вы пойдете с нами, нужен ваш опыт. Нет. А я не прошу. Схлопывается! Пошли, пошли, живее! Где чертова яхта? Прямо тут. Так, пошли! Сажай ее, я их отвлеку. Ну же, пошли, доктор! Пошли, тут скорее! Вам это с рук не сойдет. Блин, снайперы. Василий! Это Джойс! Он как-то нас обошел! Не дайте ему идти! Позовите мистера Сайрина! Джек, всем подразделениям в цели. Стрельбу разрешаю. Штаб, сей Джойс, прием! Принято. Говорит штаб. Оружие к бою. Конец связи. Сейчас займусь. Я пустой! Боюсь,
нужно открыть ворота. А как же... Все, уходите. Я давайте. Могу вернуться и... Нет, уходи. Сейчас главное увести Эмерал живой. Бет, я на тебя рассчитываю. За меня не бойся. Я выберусь сам. План был прост. Прорваться сквозь армию монарха, машину, добраться до материка по мосту и рвануть обратно к бассейну. Не забудь, ты нам все еще нужен целым и невредимым. А, черт. Посмотрим, как пойдет. Вижу его. Так, вот и все. Как только Бет и доктор Эмерал скрылись из виду, я понял, что мне тоже пора сваливать. А для этого мне нужна была тачка. Ладно, пора отсюда укатывать. Парковщики. Любимцы всех угонщиков.